Новости Тавриды. Друзья, всем привет! У нас четвертый день, и сегодня мы бы хотели поговорить о героях. Есть ли герои нашего времени и кто они? А кто для тебя из реальных людей является героем нашего времени в жизни? Моим героем является мой отец. Для меня герой нашего времени – это руководитель нашего поискового отряда «Байкал», который занимается на протяжении уже не одного десятка лет замечательным благим делом и помогает молодежи вливаться в движение поисковых отрядов и устанавливать имена без вести павших солдат. Считаете ли вы себя героями? Я хотел бы привести пример Бочарова. Сегодня он читал нам лекцию, ему задали вопрос о том, какие чувства он испытывал, когда спасал людей в Беслане. Мы делаем свою работу, я считаю, не для того, чтобы стать героями. И не задумываемся, когда едем в экспедиции, станем ли героями, или будет ли известны наши имена, когда мы будем поднимать бойцов и их захоранивать. Мы делаем свою работу для того, чтобы сохранить память тех людей, которые погибли в Великой Отечественной войне. Вячеслав Алексеевич, да, что человек испытывает, когда он понимает, что он может умереть, спасая другую жизнь? Вы знаете, я лежал в реанимации, ко мне пришла, очнулся, смотрю, рядом сидит жена. Ранение было такое, что я не мог говорить, я не говорил полтора месяца, нечем было говорить. И она меня спрашивает, а ты о нас думал? Я показал, дай мой листочек рукой, что напишу. Я написал, говорю, если бы я о вас думал, меня бы тогда там не было. Теперь у меня достаточно времени, чтобы подумать о вас. Я выполняю работу. Переживания приходят потом. Если ты об этом будешь думать до того, как ты выполнил свою работу, то она будет не выполнена. Лишние эмоции человеку в такой ситуации уменьшают шанс выполнить работу, остаться самому живым и оказать помощь другим. А перед нами стоит еще один герой мирного времени, в прошлом, наверное, герой и военного времени. Илья Шадриков, он сам о себе скажет. Я отдал в общей сложности 16 лет служения Отечеству, из них Суворовское училище, высшие военные войска, и вот крайние 8 лет отдал службе в антитеррористическом подразделении «Альфа». Буквально 2 недели назад состоялся приказ о моем увольнении в запас. Я являюсь капитаном запаса. Вот. Между делом являюсь профессиональным спортсменом, но сейчас уже тоже на пенсии. Вот. У меня 2 мастера спорта по кикбоксингу и по рукопашному бою. Илья, а что делаешь в мирное время? Я в Красногорске, в городе Красногорск Московской области, продвигаю спортивно-патриотическое движение. У нас достаточно обильная программа. Вот. И у нас есть соответствующая своя музыкальная группа, также называется «Ярополк». Кстати, дорогие друзья, вы все сможете увидеть их во вторник на заключительном концерте. А можно поставить что-нибудь из творчества? Да-да. Ваша группа, да? И как выяснилось, герой бывает не только на войне. Перед нами герой нашего мирного времени, который совершает подвиг каждый день. Я мастер спорта сборной России по регби на колясках. Это достаточно такой сильный мужской спорт, который заставляет человека, может быть, с какими-то ограничениями, почувствовать себя достаточно какой-то сильной, сплоченной команде и в преодолении обычных трудностей. Саша, а как думаешь, как выглядят герои нашего времени? Молодые, умные, активные люди, которые не боятся проблем и сложностей в жизни, которые, наоборот, их преодолевают. Герои – это те люди, которые отстояли нашу свободу путем собственной жизни.
Это мои родители. Глядя на них, я становлюсь лучше. Это моя жена. Она меня изменила. Я думаю, мужики меня поймут. Героем нашего времени для меня в настоящий момент является Владимир Владимирович Путин. Так как я считаю, он для нашей страны сделал очень многое. Как, например, сейчас мы находимся на территории нашей страны. Мы находимся в Крыму. Крым наш. Хотелось бы сказать, что границы только в нашей голове. Возможности человека, героя, они безграничны. Преодолеть сложности и трудности можно только вместе, сплоченной и сильной командой. Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» в Крыму на Бакальской косе. Наш Крым вдохновляет. Новости Тавриды. Друзья, вот наступил крайний день смены на Тавриде. Здесь присутствует практически вся Россия. И сейчас мы посмотрим, кто и что отсюда увезет с собой. Опыт, полученный от общения со своими коллегами, который я буду применять на местах для воспитания патриотов нашей Родины. Положительные эмоции, много новых друзей и невероятную гордость за свою Родину. Я чувствую там, в Тавриде, поисковых и военно-патриотических в России, они очень умные. Мы все усвоили, и я считаю, это самое главное, что я могу привнести в свою организацию, привнести в свой муниципалитет. Люди помнят в эту победу, не забывают о ней, и делают все возможное, чтобы вот все помнили, и младшие поколения. Очень клевая образовательная программа. Приглашены гости, которые, ну, действительно могут сказать, рассказать нам что-то новое, интересное. Мне запомнился больше всего конвейер проектов и игра в букву «П». Я в восторге от моря, от солнечного Крыма, от организации образовательных программ. Кухня – это просто супер, но так много булочек, пожалуйста, не надо. Такой еды, как на Тавриде, нету больше ни на одном образовательном форуме и вообще нигде, ни в одном лагере. Мы заберем с собой любовь. Любовь к своей стране. Эй! Мы хотели бы, чтобы эта площадка стала настоящим социальным лифтом для людей, чтобы она дала им возможность раскрыть свои таланты, раскрыть свои самые лучшие качества для последующей реализации этих качеств в реальной жизни. Наш Крым вдохновляет. Вот пусть отсюда каждый увезет вдохновение, каждый свое. Таврида! 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 Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» в Крыму на Бакальской косе. Наш Крым вдохновляет. Форум «Таврида» и New Dape Video Production представляют.